рассказал родным про меня. Сказал, что встретил тебя на севере. Ты сказал, где именно? Ну, пергамент был не такой большой. Ты не сказал, откуда я на самом деле? Что я одичалая? Ты знаешь, мой отец не любит одичалых. Он надеялся, что я стану мужчиной, если прибью парочку этих мерзавцев. Эту тему стоит по возможности обходить. А, кажется, мы приехали. Здравствуй, матушка. Не думала, что увижу тебя. Прекрасно выглядишь. О! Тала! Боги! Ты прямо дама. Отец сказал, я выйду замуж за Саймона Фосовая. У него желтые Достаточно, зубы. Достаточно, Тала. О, матушка, это Лили. О, боги. Ты такая милая. Рада познакомиться, леди Тарли. О, это... Это наш сын, Самбал. Здравствуй, малыш. Это я, твоя бабушка. Можно подержать? Да, конечно. У тебя пытливый ум, я уже вижу. Будешь ученым, как твой отец. А где отец и дикан? Они на охоте. Но к ужину будут. Идемте. Идемте.